Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей, мы продолжаем бегать поскорее, мы с вами залезли в какую-то пещеру в непонятную, и тут бандиты, но мы с нашим искусством ведения войны вообще абсолютно их не боимся, потому что они бьют друг друга, и нам, в принципе, на это насрать. Так, вон тот чувак, может, кого-нибудь ударить? Давай посмотрим. Ай, сука, промахнулся, прикинь. А, там их два, неплохо. Куда они бегут? Ну, конечно, давай еще себя заколдуй, красавчик вообще. Так, они уже слишком близко. А, не, они воюют, я вроде как вот попал все-таки. Ну, неплохо. На, там тоже их. Побей маленько. Ух ты, не попал. Победа твоя. Конечно, моя, а чья еще-то? Ты-то что думала, мать? Твоя, говорит. Хотела у меня победу забрать. Смотри, какая беспредельщица. О, они громилу вынесли. Вот они, короче, быстрые. Красавцы вообще, что? Громилу вынести не так сложно. Громил. Опа, там еще он кто-то. Чувак, это мой подарочек. Убей там кого-нибудь. Он там, походу, один. Имперский лук. Так, это мне ничего не дает. Он один, что ли? Не, их там двое, смотри-ка. На, я вот туда еще запущу разочек. О, пусть пока разбираются. Так, и там он еще кто-то идет. Нихера здоровая пещера, какая, куда подняться-то? А, так здесь и надо будет идти. Окей. Чувачок, держи-ка. Свидосы. Так, эти там справятся, нет? Навык до 58. Подожди, а мне надо 60 для разрушения, чтобы вкачать себе еще раз усиленные молнии. Но пока нет. Пока мы все качаем себе в зачарование, чтобы сделать нормальные шмотки. Так, туда мы никак не попадем, да? Или вон там есть заход? Ну-ка, подожди-ка. Ох, нихера ты, чувак, опасный какой. А это с ним ничего не сделает, да? Вот, сука. Как? Здорово, лысый пацан. Вот я сейчас, похоже, такой же был. Взяли меня, выхлестнули просто так, ни за что. Так, не в ту сторону. Окей. Короче, слабоват я еще на броню-то совершенно. Они меня, смотри, как детенка прям выдают. Опа, одна захватилась. Опа. Умри. Умри. Отлично. Меня заметили, да? О, они шмаляют меня, ты посмотри, какие черти. Чувачки, держи. Пусть пока разбираются там друг с другом, а мы быстренько полутаем. Опа. Так, здесь все у нас. Это нам ничего не давало. Они что, там убили друг друга, нет? А к ним можно туда этого захерачить? Не достает, да, никак. А если я его посажу вон на ту, например? Он там кого-нибудь сможет убить? О, неплохо же, иди там, гопни кого-нибудь. О, красавчик, а я пойду с этими молниями добью, если дойдет до туда. А, все что ли? Нет, еще не все. Неплохое, неплохое такое. Тактичное нападение. Они даже ничего не поняли, по-любому. Отличненько. Не, ну маг инвизер это четко. Ах, не успел, сука, ладно. Не успел, так не успел. Маг инвизер это вообще замечательное действие. Когда у нас прокачаются полностью весь инвиз, это вообще будет сказка. Мы просто будем наводить панику, наводить шороху везде. Главное вот эту херню не задевать. Вот эту вот, да. Тогда все будет замечательно. Я нашел путь наверх. Нет, не нашел. Нашел. Ах, сука. К
как они тут все хитро построили, устроили. Не разберешься с этим сразу-то. Это что такое? Ну-ка, товарищ, там кого-нибудь шлепни. Ну что сразу ко мне-то? Не прошло и года. Минус и минус. Что там было? Эй, жареная куриная грудка. Гадость какая. Стальная стрела. Кстати, стрелы еще надо будет брать, потому что когда у меня закончится быстро прокачиваться уровень, можно бегать с луком. Тоже как бы по инвизу, тоже как бы наводя панику, но вместо атронаха закидывать там все луками. Нак, чувак. Нету никого, одумайся, ты че? Есть, говорит, ты какой дурачок. Так что стрелы-то, а стрел у меня много вообще? Оружие. Ой, а стрел-то у меня до хера, и они, в принципе, ничего не весят, нормально. Опачки, спокойненько. Это, сука, вот зачем ты опять встал сюда? Вот он, мародер, нихера себе он мне в прошлый раз выхлестнул. Иди убей его! Ага. Я уже понял, что у меня крышка, чувак, не надо ко мне подходить. Ай, он сюда зайти не может. Вон оно чего. Вот нихера себе он гатронаха разобрал, как детенка просто. Подожди, подожди. Че ты бьешь пороги-то, дурень, иди-ка сюда. Мне с тобой не справиться. Это да, это ты правильно заметил. Опасный парень-то, опасный. Так, эльфийский щит. Ничего так. Да, в принципе, ничего такого. Это что такое? Тыква. Сидел тут, паскуда, смотри, выпаливал меня. То он в прошлый раз меня вальнул, наверное, тут. Так, хорошо, а если, наверное, туда, куда... А, там еще один проход, погнали. Ну как вам такой стиль? Мне очень сильно нравится. Я, в принципе, в сражениях практически не участвую. В идеале потом, в будущем. Сейчас пока приходится. Убежище потерянной нож. Еще одно убежище. Опа. Старшой опять за своим. Почему? Что он делает? У него опять пьяный бред. Только на этот раз он пытается драться в этой норе. Ну, поэт зря, короче. По-моему, я никуда не попал. Или они там дерутся? Ладно. У меня к вам подарок, товарищи. Это тоже мародёк, ты посмотри, собака. Так, от этого надо держаться подальше, магию устанавливать. Вот что я скажу. Лучше беги, тогда я ударю тебя в спину. Сука, не попал, да? А не, в принципе, он сейчас сляжет. Я с тобой не справлюсь. Да, ты со мной не справишься. Они, кстати, богатые черти. Ты посмотри, сколько у них денег здесь. Стрелы, стрелы, стрелы. Вещь полезная. И золото вещь полезная. Все это полезное, поэтому это надо все сильно собирать. Правда, камней и душ у них тут нету. И душ с них не соберешь, потому что все души у меня не влезут в эту херню. Черная моя звезда уже заполнена. Че это микстура кузнеца, ну-ка? О, нихера себе. Нам же броню потом тоже надо будет улучшать. Она должна быть у нас вообще непробиваемая абсолютно. Это что? А, я думал, это куча отмычек, но нет. Здоровая, оказывается, пещера-то. Я не думал, когда сюда заходил, что она такая огромная.
Ну-ка убей его. Что это было? Там еще кто-то, сука. Оп, промахнулся. Я покажу тебе. Слышь? Ты че разобрал моего транах? Ты успел, я не понял. Или он, может, у него время действия кончилось? Что-то не мог, короче, один человек взять и разобрать атронаха. Это несерьезно. Такого не может быть вообще. О! Тяжелая броня. Бухают и сидят, бухают и сидят. Ты понял всю соль, короче, их жизни здесь? Они пьют и грабят, пьют и грабят. Счастливые люди. Окей. Тут зачищать-то полгода надо. Она в натуре огромная-то пещера. Она прям вообще. Так, кого-то слышу. Иди кого-нибудь повоюй. Так, а где второй-то, который с ней разговаривал? Угу. Понято. Опа, нихера себе! Вот это сейчас было внезапно. Ну-ка, одумайся. Оно тебе не надо. Так, эти там месяцы пока. А меня они видят, да? Херово. Ой, там еще и маг какой-то у них. О! Хорош, летит вообще нормально. Так, нужно срочно прятаться. Нужно куда-то прятаться, нужно заходить по новой. Этот заход вообще неудачный был. Допустим, я спрячусь куда-нибудь сюда. Прокатит. Отлично, по-моему, прокатило. А по-моему, нет. Сам с собой разговариваю. Такое бывает. Главное успеть их заколдовать, чтобы они друг друга месили. Все, отлично, они потерялись. Спокойно. Опа. Беги. И, да не в меня, ну что ты делаешь-то, черт? Ой-ой-ой, сука. Ай-яй-яй. Да ладно, магия кончилась, вот это вовремя вообще. Да сучий ты сын. Ага, ай как по жопе прилетает-то, прям больно. Так, пора-ка ему другана оставить. Давай быстрее. На, убей его там. Да не в меня ты, сука, стреляй, олей. Так, а это все по новой придется нам сейчас. Епа. Ма. Ну здесь, в принципе, недолго. Похоже, старшой опять со своим. Почему? Кто-нибудь есть? Вон, есть, есть, бейтесь. Просто царапина. Порву тебя. Ебаный мародер, он жесткий, вообще беда. Так, отходим, сейчас его разберет. Что ли так ждешь? Еще разочек. Ух, какие черти, ух, какие. Да какой стул, встань, дурень. Ой, вот что он сейчас подобрал. У меня сейчас вес кончится. Осталось 23 кило. Так, значит, надо как-то поосторожнее заходить и слишком сильно там не раскидываться. Надо как-то засесть. Потому что эти черти очень сильно пробивают. Ну-ка, я сохраню здесь. Отлично. Так, тут еще один лежит. Делов-то.
Тебе, слышь, что ты там давай как-то посильнее воюй, что ли? Ты какой-то слабоватый у меня тронах-то стал. Раньше вообще выручал только так, а сейчас нихера. Так, вот здесь это злосчастное место. Сейчас будем наводить шороху как-нибудь аккуратненько только. Надо выпалить того этого с посохом. И на него хлестнуть магию, чтобы он там всех пораскидывал быстренько. Где вот он с этим с посохом? Хер его знает. Тут кто-нибудь есть? Нету никого. Тихо-тихо, сейчас меня спалят. Ух, нихера их тут. А, они все к моему пошли, отлично. Так, эти все заражены, отлично. Вон туда еще парочку. О. Давайте, давайте, пацаны, давайте, разносите друг друга. Иди туда. Это кто? Мародер, этого трогать не буду, сука. Он меня заметит, выхлестнет. Так, тебе надо было туда колдануть, он к нему. На-ка. Там ко мне, надеюсь, никто не бежит. Тихо, 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 кто меня палит? Так, пора отсюда, наверное, свалить. А, нет, все нормально. Закидываем в них еще разочек всю эту хрень. Чувак, ну-ка давай кого-нибудь то. А где тут-то, я не понял. Прям в упор не вижу. Опачки. Чувак, 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 стой. На. Маленечко поможем отранаху. Отлично. Да это все, они друг друга перемесили, я так понял, да? Красавцы. Опа. Опа. Эбонитовый щит. Нихера себе, давай его возьму. Что-то он, походу, дорогой. Толкнем-ка. Спокойно. Кто-то ведь остался, сучонок. Я же говорю, кто-то был. Ой, это мародер. Ну тогда ему этого туда вот, в помощь. На, подерись пока. А я пойду все подлутаю. Саблезубы. Не-не-не, я даже туда спускаться не буду, нахер. Я отсюда посмотрю на эти гладиаторские бои. Он его уработал уже, смотри-ка. На, еще одного. А я пока скрытность покачаю. Чего же он такой жесткий-то, я не пойму. Все меня пинают. А что с тобой еще делать, все тебя пинают? По-моему, так скрытность будет качаться, если я буду ходить. Сейчас он его усадит, и надо будет еще одного, и потом уже молнией помогать. Опа! Вот дурень я. Отлично, кончился. Опа, все, беда. Вовремя. Никакой пощады, чувак. Ты о чем говоришь, что пощады тебе? Все нормально. Так, у тебя что? Здесь все, да? Кончились? А откуда они забегали-то? Здесь вроде как перекрыто. Тут-то оттуда бегали. Хер его пойми, откуда они тут прибегали, если честно. Пещера, потерянный нож. А-а-а! Она, короче, пещера, потом логово, потом опять пещера. И здесь, скорее всего, выход как раз-таки на те мосты, куда я Атранаха кидал. Чтобы он тех урабатывал остальных, ну точно. А здесь же никого не осталось, насколько я понимаю. Чуть не навернулся. Ну да, здесь два трупца и все.
А, и сундучок. Сыромятный шлем. Не, у меня шлем почетче есть, этот я не возьму. Ну окей. Так, а как отсюда спуститься? Подождите-ка. Надо в воду шмырять. В воду. А если я в воду еще навернусь, как я оттуда вылезу потом? А, вот здесь спуск же можно нормально сделать. Опа. Опа. Так, а что, я здесь все обследовал? Он будет считаться у меня исследованным или тоже нет? Отлично. Ну, погнали на выход тогда. Неплохая пещерка. Зачищали очень долго. Очень сложно. Но примерный образ нашей тактики уже у нас есть. Кидаем, захерачиваем, собираем, лутаем, добиваем сами. И все очень прекрасно у нас это выглядит со стороны и смотрится прям вот, вот на вот так вот. Мне нравится. Нравится. Продолжаем. Нам куда-то туда. Как туда забраться, я пока не представляю. Не видно ни хера. Ну, секундочку. Давайте маленько посидим. В темноте что-то вообще не ахти, короче, ходить. Сейчас посветлеет, будет по... О, неплохо. Так покрасивше смотрится-то. Опа, какой-то медведь или дракон, кто? Так, это надо на всякий пожарный. Кто орёт-то так? Медведь. Кто там кого убивает-то, сука, застрял? Это кто, злой? Вампир-ночной охотник, нихера себе. А кто из них вампир-то? Таким, как ты, здесь нет места. Это ты вампир? Я тебе голову сниму. Ну, походу, да, ну кубей кого-то. А, ну да, это вампир. Воу! Твою мать! Так, вот надо шкуру забрать. Не шкуру, в смысле, а душу. А ты добрый? Ты куда щеманул-то? Отставить моего гоя этого, алло, женщина. Куда вампир-то ушел? Куда-то ушел. Ну и хер с ним. Так, а это тоже, походу, недобрая баба-то. Бегает за моим атронахом куда-то. Ты чё к нему пристал-то, лошадь? Отставить мне, он тебе ничего не делал. Чё, тоже её выносить, что ли? Таким, как ты. О, еще один вампир. Ой. Стой! Это какой-то сюжетный, что ли, задание-то? Они повторяют одни и те же действия. Хватит! Я сдаюсь! Я сдаюсь! Ну-ка, слышь, чё? Тебе не взять верх! Да я не собирался. Не понимаю, что они хотят, пусть бегают. Короче говоря, пойдем, атронах. Нехера тут с ними делать, они какие-то дурные. Главное, душу забрали, остальное не важно. И иллюзию качаем полигонечку, это самое главное. И поднимаемся наверх туда, куда нам надо забрать оставшуюся часть медальона. Я вообще сюда, на этой горе-то иду, да? Какая текущая локация, ты издеваешься, что ли? Ууу, я вообще не туда свернул. Это печально, если честно. Нам куда-то туда. Ну, я поднимаюсь наверх-то полигонечку, значит, я иду все правильно. Сейчас через горы эти перейдем, наверное, этот хребет надо как-то миновать. Ну-ка, стоять. А я не попал в нее. Вот сейчас попал. И ведь не попал, прикинь, душой никак. Может, у лисы нет душ, наверное. Точно. Я-то думаю, почему мне с этих лис никогда ничего не падает. Или я кривой, или с них на то ничего не падает. Огромный подъем. И красоты Скайрима. Ух. Замечательно. Это вот сюда нам.
Где-то внутри какой-то бесконечный подъем. Но он меня переведет сейчас через гору. Да что ты будешь... А, это текущая локация считается горой, что ли? Ну как-нибудь получится. Ой, это не та кнопка. Это даже считается отдельной локацией, прикинь. Эти горные тропинки. Чудеса, просто чудеса. Ёлки. Так, пещерка, отлично, еще одна пещерка. Это мы зачистим сейчас только так. С удовольствием, с огромнейшим. В пещерках мы с вами любим замесываться. Потому что в пещерках наше бешенство влияет абсолютно практически на всех. Ой, березы пошли, ты понял, нет? Березы. Это тебе не в тапки срать. Ну все нормально, как раз сейчас туда приду. Ой, сука, летает это как ее, говно это. А это злые, да? Как мешит-то? Эй, слышь, что? Она вообще добрая, судя по... Чего? Чего? Да ты че, сучонок? Ох, нихера ж себе! Это что-то злое. Ну-ка, помогай. Я просто по ним не попадаю. Они на самом деле не такие уж и сильные. Он же их выносит, он только так. Ха, бегает как дурак. У-у-у! Это что за херота? Мать, дымок, нихера себе. Ты чё, мать? Стоять, сучка, не уйдешь. Ишь ты, падаль какая, смотри, еще наколдовал тут на себя. Пелена дымка, светящаяся пыль, все говно. Вот сучка. Еще запутать меня хотела. Наперстки за мной играть вздумала. Не, со мной, мать, это не прокатит, можешь даже не думать. Отличненько. Нам по прямой прямо. Можно еще пару зайцев душу отнять, конечно. Но это будет попозже. Нам главное сейчас найти путь наверх. Адекватный, без всяких прыжков непонятных. Ну, типа таких. Как забраться, хер его знает. А вот так и забираться сюда. Ты здесь поднимешься, что ли? Не, не поднимается. Я жду, у меня чудеса скалолаза не проявляет. Что это такое тут у меня? Непонятное болтается. А транаха нужно срочно мне этого. Молниеносного, который молнии херачит. Это я куда? Вообще в другую сторону ухожу. А, нет, все правильно, иду к этому, а потом нам туда, вон, на остров на какой-то, наверное, пойдем. Так, вот тут еще пещерка. О, зайка, здорово, стой. Спасибо. Так, козлика не спугнуть. Поздно. Стоямба, алло. Отлично. Так, а что там пещера? О, это медведь его охраняет. Ну-ка пойдем медведя вынесем заодно. Покажу магераки зимуют. Собака. Так, вы что тут? Злые, плохие? Че? Идешь на высокий Хродгар. А что там такое? Я много раз бывал в монастыре, но даже не видал ни одного Седобородова. И не стремлюсь. А, они это путь Седобородом заодно. И могут убить тебя одним единственным словом. Каким? Правда, они вроде миролюбивые. Но я не хотел бы давать им повод. Окей, там, короче, вон драка началась. Надо им помочь. С ручничком прям. Тролль против медведя. Кто выиграет, хер знает. Давай я на тролля напущу, медведя напущу. И добью обоих нахер. Это тебе. Опа. Ну, добей быстрее. Отлично, а душ-то у меня уже до хера. Опа, а что ты мертвый тут?
Что-то опасное, что ли, происходит? Тут чувствую много мертвых охотников-то. А может, их медведь всех уработал? Что-то странное. Пещера, сосновый пик. Посмотрим, кто тут сейчас соснет у нас на этом пике. Спокойно. Чё, тут нет ничего особо такого приметного. Ой, медведь, сука. Я буду жрать, меня сейчас будет. Спокойно. Не, это не та кнопка. Вот это. Так-а. Ой, сука, какой он жесткий. Иди от меня, падла. Да и патронах бей его, чё ты? На тронах танчит у меня только так. Ну и чё ты тут меня охранял? Кузнечное дело. Ой, вообще замечательно. Это полезно. Это всегда полезно. Нихера себе. Стеклянный меч отделения. Ну, как я, собственно, и говорил, я перегружен. Давайте я выкину одежду какую-нибудь себе. Вот эту нахер. Это надо оставить. Это ничего не весит. Сопротивление огню. А, в принципе, это не надо. Мешочек. А это что? Такие еще какие-то жертвоприношения, что ли, были непонятные. Что тут происходит? Медведь охранял пещеру. Может, медведь какой-то сатанист? Я не знаю, такие бывают вообще медведи-сатанисты. Они же всяк существуют. Издеваются там над людьми или еще чем-нибудь. Я думаю, куча драконов полетела. Так, нам далеко до этого места вообще? Ага. Пройти через Айварстед и вальнуть сюда, окей. В Айварстеде в этом, кстати, можно квестов набрать, пока мы будем проходить. А это что такое? Это нам не сюда случаем? Нет, нам, походу, не сюда. Это к Седобородам дорога, наверное. Ладно. По сюжетному квесту я пока не хочу идти. Смысла никакого нет. Пока проходим несюжетные. О. Так, ну хорошо. Говорят, стража рассвета возрождается. Не знаю, я не в курсах. Давайте тогда мы сейчас с вами вальнем-ка быстренько в этот, в бутик. Надо посчитать, сколько у нас есть камней, сколько заряженных, сколько незаряженных, купить на ней это количество шмоток, быстренько их зачаровать и продолжить путь до медальона. Возможно, мы сейчас что-нибудь вкачаем себе полезного. Так, а на улице-то ночь. Давай тут только подождем. Сейчас, короче, накупаем шмоток. Зачаровываем их. Сколько я там набрал? До хера этих себе камней-то. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. 16 шмоток нам надо. Окей, пойдем купим 16 шмоток. Не ори. 16 шмоток мы покупаем. Потом мы их зачаровываем, продаем, и все замечательно. Какая... Вот давай. Сейчас. Погляди. Еще и денег на этом наварим маленько. Это мне. Так, богатую одежду где-нибудь беру. Раз, трав, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь. Девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. На всякий пожарный. Наконец-то. О, я не могу бежать. Ты что, издеваешься надо мной? Так, а ты это не купишь у меня, да? Ладно, давайте попробуем найти какого-нибудь кузнеца или таверну. И продать им кости дракона. Потому что они мне, в принципе, сейчас не нужны. А у меня уровень поднялся, что ли? Не, не поднялся. Я уже давно прячусь в Солитьюде. Все в курсе. Но война
Война идет за человеком, пока не... Так, а сколько у меня перегруз-то? 7 килограмм. Кончит. Надо какого-нибудь кузнеца найти. Так, это смеющиеся крысы. Может, они меня тут купят. Да, вампиров у вас тут полно. Наверное. Мы по дороге сюда видели как минимум двух. Надо этому чуваку что-нибудь продать. И отправиться зачаровывать. Нихера у тебя шапка модная. Всегда найдется. Добро пожаловать. Погляди. Давай, погляжу. Сука, тебе вообще ничего продать нельзя. Захочешь отдохнуть? Приходи в смеющий. Не захочу. Не захочу я с тобой отдохнуть. Так, давайте-то что-нибудь выкинем. 752. Не, это я не выкину нихера. Маракея, одежда, шлем. Крыса. Кстати, еще можно кольцо сейчас с собой взять. Попробовать его вкачать еще больше. Но это кольцо надо купить у бабы. У меня там 12, по-моему, да, уменьшение расхода этого. А будет больше. Сколько тут у меня оно? Кольцо ИКЛМНО наверх. В смысле? А, вот оно, серебряное кольцо. 12, да, у меня сейчас может быть в районе что-то 20. Вот в этой бакалее, наверное, можно будет продать драконьи кости, прям чую. Они у меня делают огромный перегруз, там 15 килограмм как раз-таки она и делает. Это кто сейчас говорит? Это ветерану. Ну что? Подожди, ветеран, не могу до тебя дойти. Слишком уж медленно я передвигаюсь. У них магазины все одинаковые постройки, заметил, нет? Что этот швейный бутик, что этот. Эй, ты чё это не торгуешь-то? Ну-ка, на-ка. Опа. Кто-то зовет мой товар мусором. Но я его зову именно это так. Это сокровище. Так, аметист, пожалуйста. Кость дракона где? Ага. Так, а что еще тебе можно продать? Волчья шкура. Забери. Так, чешуя мне нужна. Руда. Нахер. Не, ну в принципе все, да? Во всякой всячине тебе всегда рады. Я уже заметил, это ты молодец, это прям тебе плюс огромнейший. Пойдемте тогда в Винтерхолд. Я бы портнулся в Вайтран прям без проблем, но в Винтерхолде сразу несколько торговцев, которые покупают магическое говно. Поэтому им это очень быстро можно продать. У нас сейчас как раз прокачается уровень еще до кучи. Сука, кольцо забыл купить. Ну и ладно. Нам все равно еще сколько, 3 уровня надо для того, чтобы начать нормальные шмотки себе делать. Поэтому кольцо пока в принципе не надо. Надо-то уже будет на по 2 зачарования накладывать. Ты босиком, что ли, у меня бегаешь? Я не понял. Такой звук, что он босиком у меня бегает, серьезно. Ты в натуре босиком бегает. Че, серьезно? Ну какая-нибудь сапоги есть, какие-нибудь дурные ботинки. Он босиком бегает, я в натуре... А, подожди, это как... Нахер ты его надел-то? А где я ботинки-то просрал, я не понял. Ну просрал, просрал, сейчас одену какие-нибудь эти. Так. Это ж надо так услышать, что он босиком бегает, это вообще печально, по-моему. Предмет. Ботинки. А нет такого какого-нибудь нормального-то? Бонитовый щит. Щит, это дерьмо. Да, я не знаю, ну давай эти я зачарую на что-нибудь. А, их нельзя зачаровать на что-то полезное, судя по всему. У меня были на сопротивление огню. Карманные кражи, сопротивление огню. На них, в принципе, ничего полезного надеть нельзя. Давай огню. Так, ну, собственно, мы портуемся с вами опять в этот... Валастрат, как он там правильно называется, из которого мы убежали за покупками. Я еще позачаровывал. В итоге, короче, все равно не хватило ни хера.
Так, нам куда-то туда вообще показывать, ну как туда пройти-то? Говорят, мы только что оттуда. Рассвета возрождается. Это да говорят, ну чё ж теперь, нам через воду что ли туда шмальнуть? Или что-то такое. А, так окей, погнали. Короче говоря, осталось там совсем немного. Сколько у меня зачарований-то? 92, 8 очков, и вообще все замечательно будет. Камней душ надо побольше. И все будет замечательно. Сейчас мы в этой серии дойдем до этой вышки, наверное. Может, по дороге еще пару душонок чьих-нибудь никчемных прихватим. И в следующей серии пойдем зачищать. Да, так будет нормально. Время тоже как раз-таки у нас 40 с лишним минут. Иллюзия 74. Иллюзию вон. Сейчас зайку, короче, себе захерачим. Ну-ка, стоять, заяц. Иди сюда, собака. Стой. Не попал, сука. Попал. Да ты какая, смотри, скотобаза. И душу захватил. У меня, по-моему, там на 9 еще душ ко мне есть. Может быть, на пару уровней как раз-таки даже хватит. Хотя это не факт. Я надеюсь, здесь не вампиры какие-нибудь будут. Иначе это будет херово. Зал Гермунда, отлично. Добрались мы наконец-таки до него. Погнали посмотрим, что у нас там в нем такого примечательного. Главное, чтобы не было вампиров, каких-то этих ублюдков, которые сами себе здоровье восстанавливают. Это вообще самое херовое занятие, бродить по таким залам. Это что такое? Злокрыс, что ли? А, тьфу ты, в натуре злокрыс. Да вы что, угораете, что ли? А, тихо, душу, иди сюда. Да ударь его быстрее. А с этого не возьмется? Сука. Да ладно, злокрысы что-то охраняют, что ли? Не-не-не. Извольте, я пойду каким-нибудь другим путем. В смысле, а куда-то надо-то? Вниз туда шмальнуть, что ли? А что там внизу? Там внизу вода. Тихо. О, нормально все. Вылази. Опачки. Ну отличненько, чё? Я думал, разобьюсь. Опа, здорово. Это я что, не попал в него? Да сдохни ты нахер. Да до встречи сейчас было. Железная дверь, адепт, подожди. Сейчас оглядимся быстренько. Ловушечка. Давай вскроем дверь. Там, может, приколюха какая лежит. Ну где? Ай, сучка. Да. Это был просто клад, серьезно. Это кладище прям какое-то. Другого прям на ум не приходит. О, эльфийский щит подавления электричества. Нихера себе. Да, возьму. Продам потом. За что? Я никому ничего плохого не сделал. За что мне надо палить? О, опять загадки. Орел, дельфин. Змея, дельфина, змея, да ты чё? Ой, сука. До свидосики. Ха-ха, ляг туда обратно. Почти получилось. Да вы чё, они крутятся все? Вы издеваетесь надо мной. Ну, загадку хер разгадаешь, опа. Черный камень душ, замечательно. И чё, и как это должно быть? Да ты чё, а какие должны быть здесь везде найти-то? Скрытность, перед кем я ползаю, какая скрытность? А.
Ну хорошо, ладно, как бы допустим, но... Кого тут ставить-то надо? Жук какой-то. Да что ты будешь делать-то? Сдохни. Ладно, давайте на этом мы сейчас закончим. Ссылка на плейлист будет в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер. Комментируйте, ставьте лайки. А в следующей серии с вами разберемся, почему так сильно брызгает вода и как открывать эту дверь. Все, всем пока. Раньше здесь был мат.